Привет, ребят, девчат, надеюсь, у вас все ништяк. Для фанатов DeWalt и любителей самоделок. Большое спасибо, меня поправили. Потом я посмотрел видео и узнал, для чего эта штука. Но я ее назвал болгаркой. Сейчас объясню, почему. Читаем. Насчет вот это DIE, непонятно. Но grinder, кстати, вот это cutting tool, и очень похожий на grinder такой, у меня есть. Это вот XR. Да, это болгарка, это болгарка. Но это такой шлифовальщик. Короче, сюда вставляют камень и шлифуют внутри, к примеру, обрезанной трубы или какого-то профиля, что нужно куда-то подлезть, небольшое место. Посмотрел видос. Так что большое спасибо за то, что поправили меня. Теперь продолжаем насчет вот этих новых Impact. Мне местный продавец объяснил, что он практически не чувствует тоже вот этого impact, что она должна, ну, как-то, типа, молоткового эффекта. И у меня старая, еще раз повторюсь, я ее использую для сверления. Прекрасно работает, потому что здесь тоже quick release. И это, по-моему, у нас, ну, просто обыкновенная. Точно такая же XR. Вот за такие денежки. А это, по идее, должна стоить, ну, почти в два раза дешевле. Обычно так. Все эти XR – дорогие вещи. Так, смотрим быстренько на прилавок. Запоминаем цены. Потому что сейчас я пойду по заявкам трудящихся, покажу вам кобальт. Это продукт самого магазина Lowe's. Так. Вот такая циркулярка 249. 20-вольтовая XR. Ну так, для сравнения, чтобы было.